судя по тому, то, что довели встречу до 11-метровых ударов, ну, значит, кубковая игра, она состоялась, никто не хотел проигрывать, все хотели пройти дальше. Соперник забивал, мы отыгрывались. Владимир Валентинович, чем обоснован выход генерала сегодня на поле? В последних матчах стоял опарин. То есть это вопрос ротации или по контексту? В предыдущей игре во Владивостоке стоял генерал, поэтому сегодня кубок, он тоже играл. Нет, не кубковый вратарь, он начинал сезон. Сегодня было забито 3 мяча оборота команды премьер-лиги. Команда, скажем так, сделала шаг вперед именно в плане созидания, в плане атакующих действий. Тяжело так говорить, потому что то, что навал, а нагнетает, да, и то давление оказывали. Ну, соперник дрогнул, да, вы говорите, что видно, да, сами атакующие действия, да, которые мы хотим. Ну, наверное, не соглашусь с вами, потому что мы сегодня играли и другим составом, и другими. Другой схемы, да, но опять же схемы игроки игроками, но требования, которые как бы на тренировках предъявляются, мы выполняем. Ну, сегодня, да, забили 3 мяча, в принципе, хорошо, но опять нету победы, да, это вот давляет на команду, давляет на меня, в частности, как тренер, да, то, что не удается стабилизировать игру, чтобы она была как бы последовательна, да. Так получается, то ярко выдадим игру, то невыразительно.